У меня в руках, пожалуй, самая знакомая с детства игрушка. Всеми любимая пирамидка. С пирамидкой вы легко научите малыша различать цвета, понятия больше-меньше. Пирамидка развивает мелкую моторику, логическое мышление и координацию движения. А дерево, из которого сделаны детали, теплое и нежное на ощупь. Это очень важно для тактильных ощущений. Наши разработчики сделали пирамидку еще и совершенно безопасной. Они придумали специальные ножки, которые позволят избежать травм, если малыш случайно наткнется на игрушку сверху. Собирайте на здоровье!